Так, сегодня у нас 24 мая 2019 года. Приехали к нам в гости такие вот трактора 82-й. Чистят они поле от кустов. И подломался он маленько. И приехал к нам подремонтироваться. Ну и заодно я его как раз сниму и покажу. 82-й. Такой 82/1, уже новый. Коробку я не знаю, спрошу потом в комментариях, уже напишу, меняли, не меняли. Но явно видно, что ее меняли. Не столь важно. Сам как бы трактор. Стартер хороший. Ну, у него стоит 2,90, как обычно. Ну, и отвал. Покажу сразу. Страховочная цепочка сделана. И цилиндр вот такой. Да, то есть сделано сам отвал. Вот такой. Ну, вот этот вот тяг, конечно, явно слабоват. Ножа у них нету, но они им особо и ничего не делают. Снег гребли. Но мне кажется, он вот это вот вся приблуда специально сделана для того, чтобы он был поворотный, то есть гребси ему. Ладно, вот что у нас получается после этих кустов такой косилки. Жесть, конечно. Все вообще. Подогреватель у них такой, как у меня был, не понравился он мне. Колесо они оторвали. А в эти кусты пипку сейчас сделаю. Делают. И у него стоит вот такая вот косилочка. Именно под кусты. Так. Редуктор уже выдавило все. Вон его как выбило. Это все болтается, надо им завтра показать. Ну, в общем, ремень они сорвали. Так они выглядят. Она выглядит, говорит, они ее новую убрали. Где-то там, сейчас скажу. КРЛ 2.0 что-то Г 0.73. Что-то так, этот кардан они докупали, но, блин, мне кажется, явно они его маленький. Муфта-то есть предохранительная, а кардан сам слабоватый, то есть сами крестовина для такой вот фигни. 10 сантиметров, говорит, рубит он. Ну да, захват тут метр, наверное. Почему два тогда? А, сейчас еще прочитаем, что. ЗАО «Углемен кож... кож... мен комплекс». «Углемен комплекс». Ну и какой-то телефон тут дал. Название... я ее прочитал, так что вот так. Это крыло мешает. Отвал. Так что вот такой вот отвал. Ножик, конечно, надо было бы поставить. Ну вот. Как-то такой небольшой.